Общий счет команд составляет. Ну что же, у Михаила Калиды карты в руках, ведь судьба этой части турнира в борьбе за почетный турнир. Михаилу Калиде нужно выигрывать произвольную программу, и в этом случае он сумеет догнать вместе с командой время первых. Красная машина, вся ставка на Михаила Калиду. Алексей Николаевич Мишин сказал правильные, верные, важные слова для своего ученика и на льду представляющий красную машину Михаил Калида.
Вы слышите, как реагируют трибуны, вы слышите, как реагирует команда на этот прокат Михаила Калиды. Миша – любимец публики. Две фантастические постановки он продемонстрировал нам на этом турнире. Щелкунчик в короткой программе и Нуреев «Белый ворон». Любимая программа зрителей в исполнении Михаила Калиды из произвольных, так уж точно, во второй день соревнований. Сделал все возможное, практически идеально, изумительно чистый прокат от Михаила Калиды. И весь зал вскакивает со своих мест. Стоя зрители приветствуют Михаила Калиду. И команда, разумеется, тоже. Мало кто так слышит музыку, так друзья, чувствует лед, как Михаил. Этому человеку, который заставил нас не дышать на протяжении нескольких минут. Алексей Николаевич, Татьяна Прокофьевна, браво, браво, браво. И, конечно, мы передаем только слова благодарности также тренеру Татьяне Мишиной. Миша, знаешь, ты не очень многословен. Это просто самый простой вопрос. Как ты? Спасибо за ответ. Алина Загитова ждет тебя. Содержательно пообщались Алексей Ягудин и Михаил Калида. Немножко разрядили обстановку этаким своим длительным диалогом. Но сейчас все сердца красной машины отданы Михаилу, который продемонстрировал все возможное, чтобы сократить отставание в счете. Алина, Миша, все-таки скажите нам пару ласковых. Миш, ну, огромное тебе спасибо, потому что ты реально сейчас откатался для команды очень отлично. Ты знал, что, ну, вот, что ты будешь последний катать, и что от тебя зависит весь наш результат? Я об этом стараюсь не думать. О чем ты думал перед прокатом? О чем ты думал перед прокатом? Ни о чем. Но ты закрывал уши, чтобы не слышать оценки предыдущего. Я всегда так делаю. Все отлично. Ладно, давайте тогда посмотрим. Может, посмотрим оценки. Может, это и является секретом успеха Михаила Калиды. И не думать перед прокатом ни о чем, освободить голову, и тогда все получится идеально. Оценки Михаилу. Он больше всех набирает! Он больше 200 набирает! И 10 баллов для красной машины приносит!